Покачи вернулась последняя группа детей, которая отдыхала на Черноморском побережье в лагере «Энергетик». Всего в этом году администрацией было закуплено 115 путевок на две смены. В первую было отправлено 79 мальчишек и девчонок, в третью – 36. Маргарита Анисимова впервые выезжала за пределы города без родителей. Бассейн очень крутой был, еда вкусная, комнаты были красивые, лагерь тоже был большой, красивый. Интересные были мероприятия крутые, пенная вечеринка. Мы первый раз отправляли дочь в лагерь. Вот. Сами боялись, и она боялась. Вроде как большая, но хотелось тоже от родителей отпустить. Поначалу, вот она говорит, звонила, поначалу мы не звонили. Дня три, наверное, вообще про маму с папой забыли. А потом начали уже звонить. Звонили, рассказывали, что было, что кушали, что делали. Каждый день в лагере для ребят проводились разные мероприятия. У нас там были каждый день дискотеки. Мне все понравилось. В лагере атака девочек. Мы стреляли водичкой, потом ходили на экскурсии, купались в бассейне, на море. А потом ходили в столовую с сосиски. На уровне были не только условия в лагере достаточно комфортные, была и дорога, путешествовали ребята на поезде. Вагоны были действительно специализированы, был медик. Медик постоянно посещала нас, с утра приходила. Вагон кушать носили в вагон детям, специально одноразовая посуда. То есть, ну, все было. Трехразовое питание, питание было... хорошая, я так считаю. И были и фрукты, были и соки, постоянно давали воду. То есть вагон был очень хороший. Хороших эмоций и впечатлений от этой поездки ребятам хватит надолго. Алена Валей, Дмитрий Огородников, «Наши города».